В Одинцовском городском округе с 24 по 30 мая работает 41 центр компьютерной помощи для участников предварительного голосования. В них дежурят волонтеры. Напомним, в этом году голосование проходит по смешанной системе в электронном и очном форматах. Электронно можно проголосовать с 24 по 30 мая посредством верификации через портал госуслуги. Если у избирателей есть вопросы по регистрации, волонтеры центров готовы все показать и рассказать. Время их работы с 9 до 20:00.